Тож, доброго ранку. Дозвольте, я представлю, хто до нас завітав. Віктор Відяпін, лікар-нефролог з колосальним досвідом уже. Тому зараз будемо говорити про такі найактуальніші питання, які ми зібрали від наших телеглядачів, які б хотіли поставити вам. Отож, перше, які найпоширеніші проблеми захворювання нирок? Самі розпространені проблеми – це те, що люди дуже часто не звертають увагу на захворювання почек, тому що вони протікають безболезненно, да, и не имеет никаких проявлений. Угу. Если мы свидетелями являемся того, что приходят люди тогда, когда повышено артериальное давление или выраженное малокровие, и начинают обследовать их более углубленно, находят заболевание почек. Угу. Вот это отношение личное к себе является главным препятствием к тому, что поздно обращаються люди і не виявляються заболівання. І от правда, не хочемо ображати лікарів, нефрологів, урологів, але от за показниками, що у нас звертаються до нефролога на ранніх стадіях в десятки разів нижче, ніж припустимо в США. Ми ходимо до терапевта, до окуліста, до кого завгодно, лише до нефролога. От і все ж таки, які такі перші симптоми, що нам варто прийти і оглянути свої нирки? Понимаете, если человек заболел ангиной или каким-то другим инфекционным заболеванием, то очень важно знать, что через 2 недели может появиться моча красного цвета. Или появятся отеки, или головная боль, или появится повышенное артериальное давление. Эти первые сигналы того, что почка среагировала на перенесенные заболевания и могут быть проблемы. Сейчас мы подавляющее большинство больных к нам обращается не с первичными заболеваниями почек, а с осложнениями. Такими осложнениями таких заболеваний, как гипертоническая болезнь, как сахарный диабет. В почках находится где-то мелких сосудов около 3 миллионов. Угу. Это огромное количество, которое выполняет колоссальную работу. Но с течением времени, если гипертония давит на почку, развиваются склеротические изменения, развивается тромбирование, и почка реагирует тем, что появляется вначале белок, а потом отеки, а потом почечная недостаточность. Угу. Очень увеличилось количество больных, страдающих гипертонической болезнью, у которых развивается почечная недостаточность, и они нуждаются в проведении гемодиализа. Тобто я так розумію, що і цукровий діабет, і ожиріння, і гіпертонічні проблеми, вони є такими супутниками по захворюванню нирок, правильно? Вони і можуть бути і супроводжувати захворювання почек, але вони є причиною. Запитання глядачів я буду паралельно зі своїми. От, зокрема, як не спутати біль з нирками з поясниці, якщо болить поясниця? От як зрозуміти, що це болить нирка? Ну, очень простые приемы. Если при наклонах усиливается боль, как вперед или в сторону, это в большей степени говорит о заболевании позвоночника. Боль в почках тупая, она не уменьшается при положении тела. Если при радикулите можно найти такое положение, когда боль утихает, то при заболеваниях почек такого положения нет. Дальше. Как правило, боль в поясничной области почечная, она односторонняя. Угу. Да. То есть две почки, нирки одразу не болят? Бывает, но это очень редко. Угу. Это очень редко бывает при тяжелом, допустим, гломерулонефрите. Но мы говорим о боли в поясничной области при пиелонефритах, когда развивается инфекционное поражение почек. Тогда оно сопровождается высокой температурой, обязательными резями, как правило, при мочеиспускании, что является маркером, который позволяет нам дифференцировать, что это не заболевание позвоночника. Но на приеме очень много больных приходит, пожалуй, больше половины с болью в поясничной области, которые не имеют отношения к почке. Так вот, навіть це запитання до вас, бачите, воно теж пов'язано із цим. Які ще обстеження допомагають виявити патологію нирок, окрім аналізу? Самый простой, самый нужный и правильно сделанный общий анализ мочи. Потому что в этом анализе есть все. Можно заподозрить заболевания инфекционного характера, можно заподозрить заболевания иммунного характера, можно заподозрить камнеобразование и многое другое. Поэтому первый взгляд врача-нефролога на анализ мочи сразу дает ему возможность очень правильно подойти к дальнейшему обследованию больного. Хотел бы особенно остановиться на ультразвуковом исследовании почек.
Этот метод, который сейчас у нас широко распространен, и, пожалуй, нет такого человека, который хотя бы раз в жизни не сделал УЗИ почек. Правда. И хотел бы сказать, что ультразвуковое исследование, оно имеет свои ограничения. Оно предназначено для исследования почек при определенных состояниях. Кисты, объемные образования, да? Камни. Но такое заключение, которое делают врачи на УЗИ, во многом повергает наших жителей в панику, потому что они начинают искать в себя обязательно мочекаменную болезнь, начинают принимать все возможные травы и бегут к врачу. Да, до речі, про трави. Дуже популярно пити усілякі трав'яні збори, номер один, номер два. Як ви це прокоментуєте? Я сейчас хочу сказати, я хочу сказати, що почему такие страхи возникают после исследования на УЗИ? Там пишут песочек, микролиты. Но ведь это не значит, что это что-то привнесено, что это чужеродное образование. Это может быть мозаика самой почки. Просто ее такая структура, что она неоднородная, и видно, что там есть какие-то неоднородности, которые можно назвать в скобочках песочек. Но это не истинный песок. Но для больного же не объясняет УЗИ, что он наоборот говорит, вам надо обратиться к врачу. И начинаются вот эти неприятности. Хочу сразу сказать больным, что если у вас есть какое-то подозрение на то, что есть там песок какой-то в почках, сделайте самое простое. Сделайте анализ мочи и посмотрите. Там есть такая рубрика в анализе мочи соли. Есть у вас соли или нет у вас соли. Если вы не выделяете соли, то вам нечего беспокоиться. Все у вас гаразд. Да. От ви казали, там на перший погляд до вас приходять лікарі. Це міф чи ні, що лікар-нефролог, не лікар, а взагалі, що на перший погляд можна зрозуміти, чи хвора, чи має людина хворобу нирок? Да, есть. Які це? Есть. Що це за симптоми такі? Симптоми, во-первых, припухлость лица і нижніх конечностей. Во-вторых, бледність кожних покровів. В-третьих, саме, когда человек страдает длительно заболеванием почек, у него кожа становится сухая, дряблая, тургор снижен, и она приобретает землистый оттенок. Поэтому, когда я смотрю на больного, я же вижу, что передо мной человек, который болеет несколько лет заболеваниями почек. Но это в том случае, когда уже заболевание почек приводит к почечной недостаточности. Я хочу сделать еще такое отступление. Вы сказали, что в самом начале, что почки – это орган, который выводит шлаки с организма. Почки, я помилилась. Вы сказали только часть. Почки – это очень важный эндокринный орган. В почке вырабатываются гормоны, которые влияют на обмен веществ. В почке есть такой гормон эритропоэтин, без которого не вырабатывается кровь. И если почка сморщенная и не вырабатывается этот эритропоэтин, то, естественно, развивается очень тяжелая анемия. Як доглядати, вибачте таке слово, як доглядати за своїми нирками? Чи є якісь профілактичні методи? Елементарно не їсти багато солоного, це я практикую, я не їм взагалі консервовані там солі такі. Що ще? От які є такі профілактичні методи? Я не можу сказати, что человек для того, чтобы сохранить почки, должен придерживаться какого-то определенного образа жизни. Я не могу этого сказать. Я не могу сказать, что человеку нельзя пить водку. Я не могу этого сказать. Но я могу сказать, что у нас очень много развивается острых почечных недостаточностей на фоне приема суррогата. Прием некачественной водки, некачественных... Так, ну давайте не будемо зараз про це, тому що не всі приймають такий напій, але все ж таки там, я маю на увазі температурні показники, там кажуть, ти застудила нирки, то, хто ожиріння може правильне харчування. От такого типу, чи є якісь безпосередні поради для того, щоб нам найрідше здавати ті аналізи, про які ви говорили? Ну, якщо ми говоримо об інфекційному пораженні почек, це, як правило, при малейшому повищенні температури тіла, это уже активность пилнефрита. Мы будем иметь, больные будут иметь рези при мочеиспускании, неприятные ощущения и тупые боли в поясничной области. Вот эти критерии, если они есть. Кстати, если развивается острый пилнефрит, он на УЗИ не виден. Да. Мы видим только изменения в моче, которые нам дают право ставить такой диагноз. Все тот же незаменимый общий анализ мочи.
Так, як часто, наостанок, на жаль, дуже швидко повинен час, як часто здавати аналіз для того, щоб бути переконаними, що в нас побалює поясниця, але не нирки? Аналізи мочі треба здавати в тих случаях, коли ви переболіли каким-то інфекційним заболіванням, якщо у вас немотивована температура, якщо є болеві відчуття, ну і якщо є рези при мочеиспускании. Звісно ж, якщо повищене артеріальне давлення, обов'язково це общее обслідування, яке має включати і обслідування почок. Петро Олександрович, я вам щиро дякую. Зрозуміла, що для себе, що нирки дуже рідко болять обидві. Да, якщо ви перехворіли, треба здавати аналізи. Якщо на УЗІ щось там показало, панікувати не варто. Це може бути, я запам'ятала це слово, мозаїка нирки. Віктор Відяпін, лікар-нефролог, був у нас в гостях. Будьте здоровими, бережіть себе. Я вам щиро дякую.